Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим видеорегистратор Falcon, моделька HD36 LCD со встроенным GPS-модулем. Давайте перейдем к комплектации устройства. В комплект поставки идет инструкция на украинском и русском языке. Оригинальный гарантийный талон от производителя. Сам видеорегистратор. Далее USB кабель, HDMI кабель, крепление на присоске со встроенным GPS модулем, адаптер питания 12 вольт от прикуривателя и аудио-видео кабель. Рассмотрим поближе наш видеорегистратор. На лицевой части мы видим саму линзу, угол обзора порядка 150 градусов у нее идет, 4 инфракрасных диода, сверху у нас идет крепление, далее аудио-видео выход разъем, разъем мини-USB, кнопка включения и кнопка переключения режимов. Снизу у нас идет динамик и кнопочка Reset. Со стороны разъем под HDMI кабель. С другой стороны слот под карту памяти. В тыльной части экранчик, диагональ 2,7 дюйма и кнопки управления. Рассмотрим меню данного регистратора. Первый пункт меню — это идет разрешение. Минимальное разрешение здесь HD 30 кадров в секунду. Максимальное Full HD 30 кадров в секунду также. Экспозиция. Запись звука. Баланс белого. Далее контрастность. Резкость. Эффекты. Циклическая запись выбираете 3, 5, 10 минут. Задержка выключения. Инфракрасная подсветка, датчик движения и чувствительность датчика движения. Следующий пункт меню — это у нас выбор языка, выставление уровня громкости, настройка даты, настройка времени, ТВ-выход, форматирование, сброс всех настроек до заводских, автовыключение, частота освещенности, наложение даты времени, выключение экрана, можно выключить, можно через определенное время, 1, 2, 3 минуты. G-сенсор, включение-выключение GPS-модуля, выставление номерного знака и версия прошивки. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал на YouTube.